Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Петровский и Сергей Горец на операторской службе. Сегодня воскресенье, и мы решили отправиться в лес. Всем, что будет интересного на нашем пути, мы поделимся с вами в этом видео. Так что приятного просмотра! Подошли к пруду. Вот какое-то примечательное здание. Возможно, какая-то водокачка была. Или рыбхоз, или что-то в этом роде. Прекрасный пейзаж. Посмотрим с другой стороны на это здание. Немножко приближу. Перед нами довольно крутой обрыв. Как говорится, если у вас нет возможности поехать в горы, то идите вы все в лес. Смотрите, какой красивый лесной ручей. Сейчас температура плюсовая, пока еще не замерз. Течет себе тихонько, течет. О, здравствуйте, уважаемый. Привет. Поплыл снежок. Форсируем реку. Надеюсь, мост выдержит. А теперь ты вперед. Я думаю, пора и пообедать. Сейчас разведем костер, закипятим водички и приготовим овсяночку. Одна из самых универсальных вещей в походе. Зажигалки, кстати, я предпочитаю Крикет. Очень надежные и эффективные. Главное, долговечные. Как говорится, в походы люди ходят для того, чтобы набрать побольше еды, занести ее подальше и там все это съесть. Как раз этим сейчас мы и займемся. Горит. Будет дело. Все уже не погаснет. Похоже, вода уже закипела. Это очень хорошо. Раз. И два. Закрываем крышечкой. Можно ставить еще по кружечке на чай. Чай готов. Можно приступать к чаепитию. Вечереет.
И над озером летают утки. Зимняя сказка. Приближаемся к цивилизации. Ну вот, дорогие друзья, наше путешествие подошло к концу. Делитесь своими впечатлениями в комментариях, подписывайтесь на канал «Вольная жизнь». До новых встреч! Ууу!